Прослушайте диастолический шум при сужении левого атриовентрикулярного отверстия. Он лучше всего слышен в начале и в конце диастолы, то есть в пресистоле. Пресистолический шум короткий, нарастающий, заканчивающийся первым хлопающим тоном. Сейчас вы услышите диастолический шум при недостаточности клапанов аорты. Он начинается вместе со вторым тоном сердца, имеет мягкий, дующий характер, слышен во время всей диастолы, затихая к концу ее.